Здравствуйте, друзья. Я вот в связи с изменением образа на основе потери веса заметил интересную особенность в посещаемости нашего канала. То есть есть много людей, которые иногда, знаете как, скажи наркотикам, иногда, вот не надо, иногда они посещают наш канал. И, соответственно, если это происходит там раз в 3-4 месяца или что-то, они говорят, да, один тот, говорит, вообще чуть в запой не ушел, или ушел, я даже не понял, подумал, что же такое случилось, он расстроился, и, наверное, хотелось выпить, так он и выпил, я не знаю, и вряд ли это было со мной уже прям так связано, но вот утверждает, что это из-за меня. И пишут, хватит худеть, люди говорят, хватит худеть. И я вот по этим вот как бы комментариям по части того, что вот схуднул с лица или там хватит худеть и так далее. Но хватит худеть — это такой какой-то массовый такой вопль происходит. Друзья, я уже третью неделю уже не худею. Я уже, слава богу, я все. Ну, я прихожу в порядок, там подтягивается само собой, там как-то это все. Кожа достаточно эластичная, во всяком случае. Я вижу, что подтягивается. И кроме того, если вы вспомните размер моей физиономии до того, можете представить, насколько кожа реально стянулась. Представляете, вот я бы сейчас тут, ну, как бы я тут обвис весь. Вот, поэтому все нормально. Значит, я уже, слава богу, 3 недели не худею. Получаю удовольствие от жизни. Ем хорошо. Поскольку диета была такая, мягко сказать, низкокалорийная, то я сейчас потихонечку возвращаюсь к нормальному количеству калорий. Ну, грубо говоря, если, допустим, у вас там 1000 калорий в день, например, 1000, да, и вы худеете на этом деле, то потом вы прекратили худеть и пошли там, скажем, на 2000, да, собственно, и 2,5 тоже не так много для мужика там большого. И вдруг начинаете набирать вес. Как же так? Вот, а с чего там набирать? Да, с 1500 можете начать набирать. То есть для того, чтобы выходить из низкокалорийной диеты, ну, вот по-разному говорят. Одни говорят, надо там раз в неделю там на 200 калорий поднимать. Другие говорят, надо там не больше 100 калорий поднимать в день, килокалорий в день. Там для того, чтобы уходить с низкокалорийной диеты. Я не знаю, у меня таких не было установок. То есть мне сказали, вот ешь вот это. Я так более-менее его и ем. Вот. Но у меня хорошая там тарелочка, там на ней, в общем, все так вкусно, аппетитно. Я сейчас, знаете что, я поймал себя на том, что 4 раза в день мне маловато. То есть я привык, у меня было дробное такое питание, я понял, что мне маловато, потому что что-то иногда вдруг хочется съесть что-нибудь. И это давно забытое чувство, хочется съесть. И я, значит, от него избавился тем, что стал лишний перекус себе делать. И вот на пятиразовом таком питании сейчас нахожусь в день. И, в общем, нормально. Отлично себя чувствую. Я не знаю, значит, призыв «хватит худеть», он немножко как бы припозднился, так бы я сказал, потому что пока человек худел, пока он, понимаешь, вот это все, вот это, так все молчали. А когда уже все, они говорят, хватит худеть. Вот, ну и нормально все, все путем. А я понял, почему. Это они просто, знаете, что мы как перестали там про перипетии грин-карт лотереи, ну то есть отмены. Перипетии отмены грин-карт лотереи. Мы перестали говорить, они стали ходить редко. И вот так придут редко. И говорят, а где же блогер? Говорит, а он весь просвечивается. Он там как глист в скафандре, там еще чего-то. Блогер в порядке, друзья. Блогер в порядке. Мне еще нужно там немножко кое-чего поделать. То есть мне подкачаться надо там. И у меня вообще большие планы по, так сказать, самосовершенствованию. Я, знаете, что подумал? Поскольку я тоже человек живой, и так одно дело поговорить, а другое сделать. Это немножко разные вещи. Мы можем, если у вас есть такое, что хочется что-то сделать, но вот это вот прокрастинация, тут не дошел, там не доделал, здесь там что-то не собрался,
и так далее. И вот, может, оно нам и не нужно было, но так вроде хочется, и как-то все не делается. Вот, поскольку я тоже этого не чужд, что вы себе там не думали на этот счет. Кажется, что вот эти, которые там на экране, они идеальны. Нет, нет, мягко говоря, нет. И я вот что подумал. Давайте, может быть, мы, если есть интерес, поработаем с целями. Я тогда буду как бы со своей стороны. Это, конечно, наверное, правильнее было бы делать в форме какого-то вебинара. То есть, чтобы были живые участники, и чтобы мы там эти цели обсуждали в практическом ключе. Единственное, что, может быть, для затравки вот такого вебинара, как уже когда мы сидим и работаем с целями, может быть, для затравки надо было бы написать какой-то такой сюжетец, просто чтобы можно было посмотреть, да? А с этим уже идти на практический такой вебинар, на лабораторку. Так что, если есть желающие, вы скажите. И мы поработаем с целями. Я с большим удовольствием. Вообще, люди относятся к целям, как бы к их обсуждению, двояко. Значит, есть люди такие, знаете, застенчивые, они очень зависимы от чужого мнения. И вот им кто-то скажет: ой, да это ерунда, там что-то там, это не знаю, тут надо поменять, там у тебя не так, там, и так далее. И он сразу раз, и у него... Вот. А есть люди, ну, разные мы, ну, не то, что кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, вот есть такие, кто зависит. Вот. Они обычно свои цели держат при себе, потому что знают, что могут им испортить настроение. У нас на иммиграционном фронте много такого, да, там поделился с друзьями, что хочет играть в лотерею грин-карт, а с тех пор с ним никто не здоровается. Там, вот. Многие уезжают, и никто до дня отъезда не знает, что они уехали, они потом уже отсюда, и там говорят: вы знаете, в данном случае вот я с вами из Соединенных Штатов беседую. Вот. И всякое бывает. Так, да, а другие люди, им как бы польза от того, что они свои цели обсуждают, потому что когда ты на публике это делаешь, как бы на тебя дополнительная ответственность ложится за то, чтобы довести дело до конца. И у меня студенты, которые вот учатся в школе, там некоторые так сами приходят, знаете, говорят: Михаил, говорит, а вот можно я у вас интервью там на канале? Я говорю: конечно. То есть обычно-то я за ними гоняюсь, как бы, и говорю: давай там, мол, поговорим, так, там, у нас симпатичные девушки, все любят на них смотреть, там, тем более, у каждой там интересная история есть. Ну, я не только девушка, там и мальчики, там, кто хочет есть. Вот. Но и пары семейные. Но им это на пользу, потому что чем больше они это проговорили на публике, тем больше вероятность того, что они дойдут до конца, потому что у них дополнительная ответственность возникает. Поэтому как бы и те, и другие люди есть. И значит, те из вас, кто хочет просто послушать, там, может быть, для себя это послушают на видео, а те, кто, допустим, хочет именно поучаствовать в обсуждении, потому что мы там будем поправлять, чтобы эти цели звучали правильно, чтобы работали цели. Это как бы такой психологический механизм. То есть если мы сами на себя что-то повесили, то мы начинаем как-то уже и вести себя по-другому, и, соответственно, цель начинает как-то приближаться в практическом плане. Поэтому можем поработать с целями, так как сфокусироваться, если есть настроение. Все, друзья, значит, если хотите чего-то такого, да, вы напишите там пару слов, и чтобы я знал примерно, на каком мы свете. Потому что это все-таки время тоже, это с моей стороны. То есть, если есть аудитория такая заинтересованная, я с удовольствием. Счастливо!